В этом видео хочу поделиться своим опытом работы с Максимом Белоусовым. Мы с ним прошли, мне кажется, через огонь, воду, медные трубы, через выезды наших самых масштабных делегаций к Тони Робинсу в Сингапур, Майами, в Лондон, через приезд Тони Робинса сюда, в Россию, 1 сентября, и это был Олимпийский на 26 тысяч человек. И Экхарт Толли, это Крокус Сити Холл, который тоже собрал 6 тысяч человек. И, знаете, помимо его профессионализма, я хочу отметить того, что для Максима нет ничего невозможного. Когда мы решаем над какой-то задачей: «Максим, нам нужно собрать такую-то группу людей к такой-то дате, на такое-то мероприятие», для него нет такого, что это невозможно. Он говорит: «Так, что там нужно, давайте вместе брейнстормить, там мы рисуем на нашей доске, что потом успешно воплощаем». Поэтому рекомендую работать с Максимом. Вот, и делать такие же большие проекты.